На часах начало 10 утра. На Александровском мосту ведущая балерина Большого театра Кристина Кретова ждет своих друзей. Ведущего солиста Большого театра, заслуженного артиста России Андрея Меркурьева, а также восходящую звезду 6-го сезона шоу «Голос» Владислава Бубнара. Знаменитая орловчанка пригласила их для того, чтобы познакомиться со своим родным городом. Так что же объединяет звезд помимо любви к искусству? Участие в новом телепроекте международного масштаба. Наш продюсерский центр уже год сотрудничает с картиной ТВ, русскоязычным телевидением в Европе, а именно с каналом «Новый мир», который выходит в рамках этого цифрового телевидения, который смотрят не только в Европе, но и в Азии, в Америке, в Израиле. Новый телепроект рассказывает о жизни знаменитостей и их преображении с помощью эстетических, косметологических и стоматологических услуг. Местом проведения эксперимента были выбраны клиники небольших российских и европейских городов, где услуги по качеству не уступают столичным. Из огромного количества клиник был выбран Орловский холдинг «Стоматолог-32». Не случайно. Здесь очень удобный для целебрит синтез медицинских услуг. В одно время стоматология и косметология. Стоматология и косметология – это два кита, на которых сейчас строится имидж. Съемки нового сезона проходили на протяжении 3 дней. За это время главные герои проекта лично оценили высокие стандарты сервиса и передовое оснащение клиник 32 и 3D. Я очень рада, что мы познакомились, что вся команда 32 и 3D полюбила этих звезд. Они действительно звезды. И я думаю, что нас будет связывать в будущем многие годы дружбы. И нас ждут 100% новые интересные проекты. Наталья Чунина, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».